спиноплекс, ну, утепление зимнее наше. Тут листья, видите, значит, температура внутри бочки на глубине плюс 3 градуса, плюс 3. Ну, в надежде можно сказать, что плюсовая температура под плитой все-таки осталась. Ну, она промерзла, может быть, но уже таяла. Все-таки массив хороший, грунтовая вода не так далеко, и они, может, согревают снизу грунт. Вот. И, ну, в принципе, нормально. Прозимовал фасад. Он уже собрано 10-40-80 листов пеноплекса. Половина где-то убрана. Ну, сейчас вот остальное осталось. Конечно, тут еще ряд похоронен будет до следующего. Ну, не до следующего, а через 2 месяца буду убирать. А это будем оставлять. Вот эти колбаски так и будем оставлять. Нет сил. Завтра, может, я что-то приду. Как-то их тут прижму. Вот такие дела. Местами, конечно, прессованные каштаны где-то. Но есть и сухие участки. Здесь как бы их нет практически. Но там были сухие, где больше листьев было. Ну, вода вот слетает. Пленку стягиваем, все это сливается в лужи. Вот так вот уже собрали половину.